Наш народ, как никакой другой, не сказал лучшее про маму и ее значение для нашей жизни. Народная мудрость еще раз убеждает нас в том, что мир на свете человека нужнее и дороже. Это сокровище, которое начинаешь ценить с годами, с приходящей жизненной мудростью. Тебе, любимой маме, единственной, родной, шлем поздравления наши и наш поклон земной. Желаем радости тебе и счастья светлого, большого, успехов в жизни и труде. Будь чуткой, доброй и здоровой. Для вас на сцене выступает солистка детской вокальной группы «Черемшина» Степанова Анастасия. Встречаем! Школьные каникулы уже не за горами, и чем детишек вам занять решают папы с мамами, как от компьютера отвлечь, побегали, чтоб и поиграли. Решение есть, пейнтбольный клуб «Наш снайпер». Вы их поиграть к нам приводите, все снаряжение в комплекте есть для каждого, бронежилет нательный, форма, маски, ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.